Так, друзья, ну вот дорога, я с Ялты до Фаруса доехал 38 километров, и здесь Байдарские ворота. Вот прям по трассе едешь, указатель слева на поворот на Фарос, а справа на Байдарские ворота. Вот повернул, и здесь в горы едет, там же Байдарские ворота, и вот посмотрите, какие горы красивые. Байдарские ворота, Воскресенская церковь, и там же смотровая площадка. Вот показываю, как дорога это в горы идет. Ну, что-то там в горах, я там ехал, видел туман, дымка, поэтому неизвестно, какой вид будет. Но все-таки надеюсь, что хорошие виды и пейзажи все-таки увижу. И вам покажу, соответственно. Вот такая дорога идет, все выше, выше и выше мы. Ну и вот видите, вот уже это Воскресенская церковь. Смотрите, какая красота. Думаю, здесь торопиться не стоит. Где бы остановиться, сфотографировать ее? О, какой красивый, красота какая. Так. Вот еще, вот видите. Вообще вид классный. Вот такая дорожка здесь пейзажная. Видите, остановиться негде. Так, ну дорога. Так, ну вот остановился, небольшая смотровая площадка. Здесь вот как памятник. В этом районе в ноябре 1941 года пограничники Фаросской заставы приняли бой с немецко-фашистскими захватчиками. Командовал отрядом лейтенант Терлецкий. В течение суток наши пограничники сдерживали происходящие силы противника, не давая прорваться через Байдарский перевал к Севастополю. Вечная память павшим героям. Вот видите, Терлецкий. Российский флаг. И вот такой вид со смотровой площадочки. Красота. Так, ну вот этот самый православный храм, который я вам показывал. Звонится колокола. Вокруг храма сейчас проведем. Кузнецов Александр Григорьевич. Так, ну вот здесь вот смотровая площадка. Это с обратной стороны в православный храм. Смотровая площадочка. Посмотрим, что здесь. Плохо, что туман стоит.
Так, ну и вот от этого православного храма Воскресенской церкви 1,6 километра, 1,5 километра, и Байдарские ворота будут. Дорога все выше и выше. Но здесь прям в горах прям прохладненько, что-то я там легко оделся, внизу там было это тепло, когда выезжал, не стал теплый костюм одевать, а здесь как бы прохладненько, да, очень прям свежо. Вот дорога такая петляет. Так, ну и вот сами Байдарские ворота, собственно, ради которых сюда и приехал. Какие-то ступеньки вверх ведут. Можно подняться через ворота, проезд, если оттуда едешь. Здесь шалям-малям, малям-малям, разные сувенирчики. И вот сверху собственно с Байдарских ворот вид в эту сторону. Да, жаль, погодка не ясная, а туман, дымка. А так вид потрясающий. Ну вот, собственно, с этой стороны Байдарский ворот. Вот видите, как машина проезжает здесь, в эту сторону. Рядом с ними, а в обратную уже через сами ворота. Так, мемориальный камень. Читаем, что здесь. В этом районе в 41-42 годах сражались с немецкими фашистскими захватчиками севастопольские, балаклавские, партизанские отряды. Большинство из бойцов пали смертью храбрых. Так.